На самом деле рекламой я начал заниматься где-то с 17 лет, когда у меня была музыкальная группа, я пытался продвинуть собственные песни в интернете. Это вот первый такой опыт, когда ВКонтакте только-только зарождался. А потом, соответственно, я отучился в университете, поработал по своей сфере и понял, что мне это вообще не нравится. И где-то 2 года после университета я начал попал к ребятам, которые уже занимались продвижением крупных концертов всех артистов Black Star, рэперов известных. Они как раз-таки меня научили всему вот этим всем фишкам, черным, серым, белым методом продвижения. Дальше мы запустили инфобизнес. На самом деле это был первый из инфобизнесов на пространстве Рунета, где мы объясняли, как продвигаться артистам, продюсерам и организаторам мероприятий. После этого мы полетели на Шри-Ланку, 3 месяца там работали, активно 3 месяца мы там занимались инфобизнесом, занимались продвижением концертов. И тогда я понял, что на самом деле меня больше музыка не вставляет, как маркетинг. Мне хочется уйти больше в сторону бизнеса. И тогда, где-то спустя там 2 месяца, я начинаю работать с Радиславом Гандапасом. Это очень известный оратор, бизнес-тренер. И тогда я ему собрал, получается, за месяц 700 человек на его там 2 тренинга «Полноценная жизнь» и «Self-Made Man». После этого я начинаю сотрудничать со Сколково, там тоже конференции по продажам и по маркетингу. После этого мне очень понравился Аяс Шабудинов, он меня зажег, на самом деле, и 2 года тогда я с ним поработал в качестве директора по маркетингу. Все то, что вы сейчас видите, это, по сути, мои наработки. Первый концентрат собирал я за 2 недели, 2000 человек. Вот. И также я вел там обучающие свои курсы, выступал как спикер. После этого после того, как я ушел от Аяза Шабудинова, я с партнером открыл свой бизнес, автомобильные духи «Миллер». Если у вас есть машина, можете приехать на одну из ваших заправок в вашем городе и, возможно, увидеть наш продукт. За месяц мы собрали 85 человек, используя только маркетинг. Вот, это на самом деле очень крутой кейс, я о нем расскажу как-нибудь. После этого мне предложили заниматься рекламой Тони Робинса, то есть всех его семинаров по всему миру. Это Майами, Сингапур, Австралия, Лондон, Амстердам и Нью-Йорк, соответственно, рекламировать все его семинары на русскоязычную аудиторию. И, кстати, 1 сентября Олимпийский собирал тоже я, то есть с помощью моего маркетинга и рекламы мы собрали такое большое количество совместно с университетом Синергия. Также до этого Эккхарт Толле, если такого знаете, писателя, Крокус Сити Холл, 6 тысяч человек. Вы спросите, Макс, ты на самом деле говоришь про ивенты, а есть ли у тебя бизнес, соответственно, по маркетингу в других сферах? Конечно, есть, просто на самом деле, я вам так скажу, маркетинг, он везде похож. То есть, если вы знаете постулаты основные, как рекламироваться, то есть, как анализируйте целевую аудиторию, как ее находить, как создать аватар клиента, как настроить рекламу. Вы эти знания можете применить где угодно. Вот меня вставляют 2 направления. Это ивент-маркетинг, ивент-индустрия и IT. Мне очень нравится считать цифры, аналитика, автоматизация бизнес-процессов, интеграционные системы. Соответственно, эти 2 направления выбрал для себя я. Что выберешь для себя ты, зависит от тебя.